Здравствуйте, меня зовут Александр, и сегодня я буду готовить бананово-ореховый кекс. И в этом мне поможет мультиварка от Redmond M800S. И для этого мне понадобится большая глубокая миска и миксер. Сюда добавляю куриные яйца. Также отправляю сюда сахар. И начинаю взбивать. Итак, я взбил яйца с сахаром, и теперь буду тонкой струйкой добавлять растопленное сливочное масло. Обратите внимание, масло мое уже подостыло. Далее добавляю разрыхлитель и муку. Вот у меня получилась такая основа для будущего кекса. Теперь при помощи мясорубки я буду измельчать орехи и банан. Теперь полученную смесь из орехов и бананов я добавляю в тесто. Далее при помощи миксера размешиваю до однородного состояния. Тесто готово. Теперь буду выкладывать его в чашу. Я открываю мультиварку. Чашу смазываю небольшим количеством сливочного масла. Теперь аккуратно выкладываю тесто. При помощи лопатки аккуратно разровняю тесто. Закрываю крышку мультиварки и теперь снимаю паровой клапан. И далее при помощи мобильного приложения Ready for Sky я запускаю процесс приготовления. Выбираю выпечку. Время приготовления я могу менять через приложение. Я выставляю 1 час 20 минут. Нажимаю кнопку Start и запускаю процесс приготовления. За 30 минут до окончания приготовления я открою крышку и переверну кекс. Прошел час 20 минут, и бананово-ореховый кекс готов. И теперь аккуратно я перекладываю его на тарелку. И закончить это блюдо мне поможет абрикосовый джем, который я добавлю сверху. Небольшое количество изюма. Грецкие орехи и украшу сахарной пудрой. Бананово-ореховый кекс готов. Приятного аппетита!